Экс-председателю Комитета по управлению имуществом Анастасии Кузовлевой грозит до 12 лет колонии. Зампрокурора Бурятии уже утвердил обвинительное заключение. Бывшая чиновница обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. По данным следствия, в 2018-2019 годах Кузовлева, будучи председателем КУИ, трижды получила от бизнесменов и посредников деньги или права на имущество. Взамен она предоставляла им муниципальные земельные участки для строительства или другой предпринимательской деятельности. Отметим, что Анастасия Кузовлева полностью признала свою вину. В Заиграевском районе нашли подростка, который сбил на мопеде 11-летнего мальчика. У пострадавшего диагностировали перелом голени. Водителем мопеда оказался 14-летний молодой человек. Его поймали. К административной ответственности привлекли мать подростка. В Улан-Удэ мужчина развратил 15-летнюю девочку. Сотрудники полиции разыскивают извращенца. 14 апреля этого года неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении 15-летней девочки. На видео видно, что мужчина плотного телосложения, одет во все темное. Если у вас есть информация по этому человеку, просьба обратиться в правоохранительные органы.